Митрофанова Лилия, я представляю сеть реабилитационных центров «Здоровая жизнь». Хотела бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, и очень даже познавательно и значительно, да, такие мероприятия, обучение сотрудников в данной сфере, потому что все-таки я придерживаюсь того, что программа, она, по которой работают специалисты, да, это должны быть квалифицированные специалисты, чтобы понимали и знали все те вещи, все те мотивы работы с зависимыми людьми, потому что все-таки наша работа, она связана с жизнью человека, да, и рост и повышение квалификации наших специалистов в данных мероприятиях – это огромный плюс, и огромный плюс того, что наши квалифицированные специалисты имеют еще больший шанс вытрезвления, выздоровления наших ребят, с которыми мы работаем. Спасибо огромное. Ошибочно думать, что существуют безвыходные ситуации. Мы – профессионалы в лечении наркозависимости. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Нам есть что вам рассказать.